Головешка моя. Здравствуй снова. Да. Как дела, друзья? Меня зовут Мэко. Мы с вами продолжаем забеги в игре под названием Dead Cells. Куча всего открыта. Демонстрирую специально для тех, у кого возникает куча вопросов. Даже в комментариях, даже по прошествию уже четвертой серии, в которой мы довольно удачно с вами и далеко... Ну, по сравнению с предыдущими, конечно, далеко добрались. Что мы будем делать в этой серии? Мы в этой серии постараемся рашить. Я, правда, постоял слишком долго, чтобы это сказать. Но ничего не поделаешь. Рашить в смысле того, что если кто-то у нас на пути встанет, то мы его тогда будем убивать. А если нет, значит, убивать не будем. Будем просто пробегать, потому что... Большинство оружия у нас более или менее с вами прокачано. Кто не смотрел, как это все делается и как сделать так, чтобы рандомное оружие выпадало в самом начале, я говорил об этом в прошлом видео. Кто вообще не смотрел ни одной серии из вас? Надеюсь, таких нет. По крайней мере, среди вас... Ау. Да, ссылка на плейлист в описании под видео. Здесь мы проходим куда-да-да-да-да-да-да-да. Не вижу куда, но нам явно не сюда. Итак, нам сейчас нужно в магазинчик посмотреть. Минус 50%? Серьезно? 825, большой меч, клево. Теперь, кстати, проценты... добавили. Классно. Реально классно. Привет, обжора, давно не виделись. Аж с прошлой серии, по-моему. Если я ничего не путаю, конечно. Хотя могу и путать, потому что играю я довольно часто. Довольно часто тренируюсь. И, честно признаться, на данный момент, когда я записываю этот забег, у меня около 60 часов игрового процесса. Здравствуй, сундучок. Я тебя искал. Спасибочки. Спасибочки за бомбу. Правда, бомба не очень. Ну да ладно. Чего вас так много на моем пути? Когда я решил рашить... Рашить — это пробегать. И заниматься только... Оп, прокачкой. Качунка, хорошо. Прокачай меня, большая качунка. Замечательно. Спокойно. Спокойно. Так, успею? Да, успел. Забираем бомбу и выходим отсюда. Нет времени у меня на тебя. Меню. Нет времени на тебя. Так, погоди, мы, по-моему, все забрали, да? Давай проверим еще. Да, вроде везде побывали. И я буду выбирать, друзья, маршрут, по которому реально можно прорашить и быстро пробежать. То есть, как вы понимаете, сейчас, если я пойду в токсические канализации, то там я буду просто мудрить, баламутить, и там целые лабиринты. Поэтому мы пойдем с вами... в набережную осужденного. Оттуда, как вы уже знаете, видимо, по предыдущей серии, можно попасть сразу же в глубины тюрьмы. Но дело в том, что... О, кластер бомб я открыл, да? Забыл об этом вам сказать. Ну вот сейчас говорю. Кластеровая бомба, прикольно. Давай, наверное, ее и будем прокачивать, потому что я что-то ее открыть-то открыл, но юзать не юзал, потому что, ну, вы понимаете, почему, скорее всего. Да? Да или нет? Напишите «да» в комментариях. Мако, мы с тобой, мы тебя понимаем. Клево, что ты проходишь эту игру. Ну, реально, мне было бы очень приятно. Вас-то увидеть.
птицы. Птицы мне не дадут. Опа-па-па. Прорашить. Оу. Можно подняться и здесь, конечно. А, не попал. Тайминги, тайминги. Тайминги наши все. Придется мне с ними разобраться, потому что они будут меня постоянно преследовать. Да, спасибо большое, бриллиантик, что ты туда упал. Вернее, не бриллиантик, а камешек. Так, давай пробьем нам проход. Три минуты это не минимум, за что можно пройти, конечно, в этой игре. Но я думаю, что... Воу! Тихо, спускайся. Ага. Птица, ходи сюда. Нет, вот сюда ходи, пожалуйста. Вот, вот, вот с этой стороны. Вот, вот, как-то, блин. Ну, да давай уже, что-то как-то делай. А-а-а! Не так делай, я не то хотел... Имел в виду. Ладно, фиг с ним. Так, плюс один скилл. Замечательно, просто замечательно. Давайте вот эту хреновую бомбу поменяем. И, наверное, я за своп сделаю. Клево. Теперь погнали дальше. До свидания, чебурек. Прокачунка меня ждет. Прокачуночка нас ждет на что? На здоровье, конечно же. Хоть что-то. Так, все... Пам-пам-пам-пам-пам. Я мимо вас прохожу, жу-жу. Никого, ни с кем не дружу, жу. Жу. Вроде как больше прокачунских нам не полагается, да? Вроде как... О, па-па-па-па-па. Поспешил, поспешил. Я слишком спешу. Слишком спешить нельзя. Нужно спешить, но не слишком. Когда спешишь... Дави на тормоз называется. Не знаю, насколько вам это будет полезно. Но тише едешь, дальше будешь. Работает даже в играх. Даже в Dead Cells. А-па-па-па-па-па-па-па. Сам сказал и сам нарушил свое кредо. Что там внизу, не знаю. Может быть, какой-то магазин даже. Но у меня нет времени этим всем заниматься. Пошли в задницу. До свидос. Вы же не полетите прям за мной, правда? Даже если так, я все равно от вас убег. Я убег от вас, и я это сделал. Немного денег, конечно, потому что я экспериментировал, бегал, тренировался с быстрым забегом. Как вы знаете, не знаете, но я вам об этом сказал. Значит, вы уже это, об этом знаете и это знаете. Сейчас мы пополним нашу фляжку. Хорошо. Главное не нарываться на банды птиц в бастионе или крепостном укреплении или укреплении крепости. Хотя крепость бывает только у алкоголя. Ну, вы понимаете, о чем. Что-то я такое верзу, я не знаю. Но мне как-то, наверное, так легче. Так, вот этих верхних было бы неплохо. Ох, куча балконов. Было бы неплохо, конечно, от верхних избавиться немного. Потому что в спину стрела прилетит только так. Даже не в спину, а в затылок. Так, здесь банда птиц. Слушай, вот я хотел их избегать. Я, наверное, и буду это дальше делать, потому что... А-а-а! Давай! Наш неизвестный герой. Неизвестный воин. Неизвестных земель. Пока неизвестных, да. Да, кто спрашивал, будет ли русский язык в комментариях, опять же, друзья, будет, будет, будет. Все в планах
у разработчиков, у геймдевов имеется из французской студии Motion Twin. Все это будет. Сейчас они занимаются китайским. Пока что. По-моему, потом будет французский. А потом уже и все остальные. Вроде бы как. Оп. Спокойно, птица. Не трогай меня. Я свой. Не видишь, я летать умею. Правда, только вниз. Но тоже. Почему бы нет? 1375 минус 30%. Вот эта штука, она слишком слабая. Ее нужно прокачивать и прокачивать. Только тогда она более-менее будет полезна. Хотя в некоторых ситуациях... Ой, подожди, я золото забыл. Как же я без золота? Без горстки золота мы никуда. Так, пошел нафиг. Ты тоже. И ты тоже. И ты туда же. Все туда же. И все у меня будете в одном месте. В заднице, в которую вы меня... постоянно пхаете вот этим своим. Ура! Опа-пом-пом-пам-пам-пам. Привет, прокачун. Неужели первый прокачен за всю локацию? Чё-то тут нечисто, да? Было бы неплохо, конечно, найти. Потому что нам же к боссу. А босса не хочется как-то обижать своим... своей слабостью. Здоровье. Давай, наверное, здоровье. Ой-о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 й. Не-не-не. Давай, давай назад. Давай назад. Не, чё-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 чё. Какая-то генерация опять странная довольно. Очередное обновление. Скилл. Почему меня на скилл так прокачивают? Понятно. Первая попытка провалилась. Ну это как повезет. Как повезет. Повезет, не повезет. Что-то да получится. Где-то попрет, где-то не попрет. Пошли нафиг. Ты мне не дашь жизни, да? Не дашь, как всегда. Ау! Мало ли потом придется сюда возвращаться. Пойдем по тому же маршруту. Я опять попался в очередной раз на обман, друзья. Всегда в Ramparts в конце... ну... почти всегда, как вы поняли, да? Идет прокачун. Либо здоровье, либо скилла, либо еще чего-то. Но не в этот раз. И я попался на эту уловку, пожадничал. Хотя мог бы запросто без этого обойтись. Шансов было, конечно, немного. Но, тем не менее, они были. Селенок, вы спросите меня, зачем качать силу, если ты всех обходишь и всех оббегаешь. Дело в том, что чем мы сильнее, тем быстрее справляемся с теми врагами, которые попадаются у нас на пути. То есть это логично. Так, больше ничего, да, нигде? Угу. Давай сюда, направо еще сходим.
что, скорее всего, там больше ничего и не будет. Тут грабеж. Хотя ты знаешь, 1500 отдать за вот эту штуку, которая вот с этой штукой вместе, было бы неплохо. Но мы же только начали, правильно? Я же не знаю, насколько далеко мы с вами доберемся. Так, погоди, а там у нас что внизу было? Слева. Что у нас там слева? А, здесь у нас, да-да-да. Жалко, что вот эти перемещения, гробики не отмечаются на карте. И вот эти растения, которые мы с вами берем и активируем. Было бы неплохо, если бы это было так. Тогда было бы намного легче и сразу было бы видно, то есть выходим мы отсюда уже или нет. Ради того, чтобы добраться до... Ой, простите. До сокровищницы. Сэкономило бы нам кучу времени. С тем, что мы сейчас имеем, нам главное взять, наверное, какое-то другое оружие. Именно... Спокойно. Ближнего боя, даже дальнего боя. И, конечно, скиллов. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас возьмем морковку. Сейчас все будет. Отлично. Давай прокачушу. Хорошо. Слушай, в самом начале 4 силы — это довольно неплохо. А что там? А. Показалось, мне уже мерещится все. Всякое прям мерещится. А вот и наша сокровищница. Чудно. Чудно. Успели. Вот, спасибо, хорошо. Забираем здесь мы все. Теперь можно себе позволить что-то за 2 штуки. Более или менее сносное. Так, спускаемся с... Опа-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 
Давай, птица. Птица, давай. Нет времени. Скилл уж прокачали. Замечательно просто. Воу! Воу! Тихо. Так, хорошо. Слишком мало здоровья. Слишком мало, чтобы дэшить. Дэшить, рашить и... все остальное. Если я сделаю вот так, он же от меня отстанет. И птица, надеюсь, тоже. А куда это я вообще спускаюсь так глубоко? Нет, он от меня не отстанет. Ну, не хочет отставать, как хочет. Сам виноват. Пам-пам-пам-пам-пам. Poisoned victim. Давай вот эту штуку возьмем. И я сразу, наверное, сделаю вот так. Зато птицы отстали. Это уже хорошо. Это уже плюс. Угу. Слушай, такой ножичек у нас довольно неплохой, на самом деле. С четырьмя силами. Силой, ау-ау. Опс. Да, папа. Спасибо, конечно, за это. Что у нас здесь?
Зря, наверное, я покупал. Так, 4.56. А здесь у нас просто замораживающее, да? Unfreezing an enemy when attacking. Увеличен шанс анфризить. Давай лучше вместо нее возьмем отравляющую бомбу. Хорошулька, сверху что-то есть? Ничего. Привет. Пока. Придется с ними разобраться, а то они не дадут жизни. Да иди в задницу, что ты прицепилась ко мне? Вот летучая мерзкая падла, давай. Не-не-не, нам. Ау. Лук. Лук я заберу. Спасибо. Так, пошли в баню. В баню пошли, нам в рэмпартс. Отлично. Бум-па-пум-па-пум-па-пум-па-пум. Да, селок немного собираю, но вы сами понимаете, почему. Что-то бы здесь такое вот интересненькое. Наверное, вот так это все будет. Здоровье надо просто срочникова. Хотя бы два улучшения взять. Два свитка со здоровьем. И будет прекрасно. Тут сейчас слишком опасно. Сотни здоровья. Делать практически нечего здесь. Вап. Вап-па-па-пау! Ау, когда ты успел? Так, ладно, здесь ничего нет. Да, я видел там тайники, но я не хочу тратить время на них. А вот интересно было бы, правда? Пройтись. Можно ли сделать забег? Оп. Я думал, перепрыгну и уже будет все. Но не тут-то было. Можно ли сделать забег каким-то образом, чтобы открыть все двери? Все сокровищницы. За... На вас тут, слушай. Чтобы... Да, все сокровища собрать. Оп. О, да, здоровье. Отлично. Прям то, что заказано. Вообще, игра как-то меня слушает. В большинстве случаев. Что не заказываю, в какой серии вот не записываю, да? Что бы я ни заказывал, все как по мановению просто. Ау. Это нас немножко задержит, но не критично. Давай пицца. Пицца! За птица. Давай им дружков отправим. Давай. Еще одна, давай. 50%. Это у нас на Lightning Bolt 3 уровня. Здесь у нас граната зажигательная. Не канает.
Так, подожди, а... Ага. То есть, получается, что мы прошли с вами больше половины, да? Ну, надеюсь, еще улучшения какие-то будут, нет? Птица, а ну признавайся. Будет здесь еще хоть что-то? Ни хрена здесь больше не будет, на самом деле. А вот и бомбочка наша. 6 мини-бомб, 89 дэмэджа каждая. Ага. Ну, ты знаешь... Плюс 30%. 89 каждая. 26. Это неплохая штука. Это очень даже неплохая штука. Намного лучше, чем... Да. Ну что, по здоровью нам как-то не повезло с вами, друзья. Так что... Поперли к боссу. Что остается? Привет. Блин, как раз бы сейчас прокачал ее, смотри. Ну кто ж знал, что мы ее найдем? Хотя, опять же, должен признаться вам, друзья, что... Те вещи, которые мы открываем, они довольно часто появляются. Особенно как после открытия несколько раз, да? Потом уже, конечно, это все. Па-па-па, тихо. Жрите его, жрите эту падлу. А я его луком пока. Долго, конечно. Ау. Опять я ведусь на эти его уловочки. Так. Запускай эту хрень. А я пока малышам помогу. Не очень, конечно, помощь. Ау! Их ты... Подонок! Жри его, жри! Жри, ребятки! О! О, как тебе такое? Лечимся, отлично. Добивай, добивай. Да. Хорошо. Это, конечно, не первая наша победа над боссом. И зубов намного больше я выбил. Вот это я мастер. Наверное, с помощью наших маленьких помощников. Либо с помощью новой бомбы. Которая впечатляет, я вам хочу сказать. Залп такой дает неплохой. 6 бомб по 80 урона. Это... Это клево. И это реально клево. Так, с 12 ссылок, да? Ну давай. Ох, как мне хочется сейчас в туманном фьорде оторваться. С помощью этих бомб. Неплохо было бы, конечно, еще какой-то амулетик заиметь. Такой себе неплохой. На, скажем, невидимость. Было бы неплохо. Довольно-таки неплохо. Как-то пофигу, да? Толстунам. Слишком долго. Ну, так неплохо. Половину здоровья сразу сносишь. Тем не менее. Меня радует один факт. Что мы будем с вами не
такими же бомбистами, как и этот бомбист, вот, который будет чуть попозже. Коротковат. Маловат и коротковат у нас этот. Тот, который... Кушаем, кушаем. Отлично. Где хотя бы одна дверь? Будет, я знаю, но когда? Неплохая такая комбинация, хочу признаться, опять же. Неплохо, неплохо. Упс. Тихо. Ап-па-па-па. Сам подставился. Думал, он свалит. Теперь свалил. Сожжите его, он не дает мне пройти. Вперед, моя армия червячков. Опа! Откуда прилетело и как это вообще произошло? Ну что, друзья, я думаю, что на этом фейле можно и закончить. Если вы желаете увидеть дальше такие раши, такие быстрые прохождения, пробежечки и тому подобное. И довольно неплохая комбинация была, и комбинации, да? Вы знаете, что делать, не забывайте писать в комментариях. Спасибо, что смотрели, надеюсь, вам понравилось. Ссылка на плейлист в описании под видео. Не забывайте комментировать, ставить лайки, подписываться на канал, на группу ВКонтакте. Кстати, ссылка на группу ВКонтакте в шапке канала. И оставайтесь на канале. Здесь очень много всего интересного. С вами был MakuPlay, и я увижусь с вами в других видео и в следующей серии тоже. Пока. Пока.